Всем подписчикам привет! Сегодня необычное видео, но оно весьма актуально сейчас, в данное время. Сейчас я вам покажу, как выглядят так называемые цепи противоскольжения на обувь, которые существенно увеличивают сцепление обуви с поверхностью. И сейчас, в период гололеда, они очень актуальны. Я вот сейчас их испытывал на льду. Вот он, лед, и цепи. Цепи очень легко изготавливаемые, и технологию изготовления я сейчас покажу. Вот они четко оставляют вот такие вот следы на снегу и на льду. Видите? От цепей. И очень быстро надеваются и снимаются. С любой обуви, то есть они универсальные на любую обувь, быстро и не портят, кстати, обувь. Можно изготовить из доступных деталей. Я сейчас покажу, как они устроены. Нисколько не мешают при заходе в помещение. Я сейчас зашел, снимаю обувь. Вот как она выглядит на обуви. Это тройная вот такая цепочка, которая изготавливается из стандартной цепи. И сейчас доступна во всех магазинах, торгующими метизами. Вот так вот цепочка выглядит на обуви. Надевается на любую обувь, образует три вот таких ветки. Как она выглядит? Цепь стандартная и надевается в течение 1 минуты. Крепеж идет за счет гаек. Вот я гаечку откручиваю, гаечка М4. И разбираю это устройство. Дальше она скреплена вот на такой винт с барашком. То есть барашковая гайка, которая есть в продаже М4. И болт длиной 12 миллиметров. Вот я его выкручиваю, этот болтик, он скрепляет всю конструкцию. Вот я болтик выкручиваю, барашек выкручиваю, вот он просунут в болтик. Вот я его достал, барашек, и болт, он просунут в звено цепи. То есть эта цепочка состоит из вот такой цепи. Она стоит 30 рублей за метр. А болтики 12, лучше 15 миллиметров. Вот он, болтик. Вот я и разобрал всю эту конструкцию. В основе лежит вот эти вот детали. Это цепь длиной 1 метр, цена ее 30 рублей. Это самый маленький размер цепи, в который просовывается
Вот такой вот болт, болтик с круглой головкой, его диаметр 4 мм, М4, но можно 15. И вот такой барашек, барашек тоже есть в метизах, продается. Вот эта вот конструкция одевается в три витка. То есть берется ботинок, ботинок, и делается вот таких вот два витка. Один и второй. То есть они параллельно, витки эти. Два витка, и потом звено, где вам удобно, просовывается вот это последнее звено в него. Вот я просунул, получилась вот такая петля. В нее, в это звено, засовывается вот этот болт на 12. Вот такое звено, и фиксируется вот этим болтом. Дальше закручивается вот этот барашек, до конца и получается у вас вот такая двойная петля, то есть двойная петля на ботинке. Вы ее располагаете вдоль подошвы. Вот я. Вот две таких вот параллельные. Один в натяг вперед, а второй конец вы продвигаете по подошве ниже. Вот получается две вот таких нитки. Дальше вы вот этот оставшийся кусочек вы делаете вот такой вокруг еще один виток. А конец ее крепите, опять же, за вот этот последнее звено, крепите гайкой. Гаечка М4. Они тоже доступны, эти гаечки. То есть берете и потом фиксируете вот этой гаечкой. Вот я закрутил. Последнее звено. И у вас получается вот таких вот три. Получается вот таких вот три петли. Вот раз, два и три. Они свободно и дают свободно надеть ботинок и не мешают. И они не сдвигаются при ходьбе. А цепь врезается в снег и лед. И не дается скользнуть. Вот такая простая конструкция получилась. Как цепи противоскольжения на автомобиль. Спасибо всем за внимание. И вся себестоимость вот этого одного в порядке 50 рублей. Спасибо всем за внимание.